Ну что ж, и всем привет, с вами Вячеслав Синь, и сегодня мы продолжаем проходить игру Half-Life 2. Так, я только что проснулся, поэтому если вдруг случайно замолчу, усну повторно, не удивляйтесь. Итак, у нас что, мы вышли в новую локацию, в которой вон та вот хреновина, которая болтается и меня немного напрягает. Все остальное пока что мы ничего не видели. Но, насколько я помню, нам грозит что? Нам грозит большое нашествие всяких хедкрабов и прочих радостей. Так, ничего, все нормально. Мне просто теперь... Так, вот, я про это и говорю, что где-то есть тут зомби. А ты как? Я думал, ты за ногами идешь. Ножки вкусные. Прекрасные ноги. Но он почему-то не хочет их есть. Я, кажется, кое-что вспомнил. Тут будет такая веселая штука. Как вот этот вот диск. И как его взять? Z. Увеличение. Слушайте, мне казалось, раньше можно было этот диск взять и запульнуть в кого-нибудь. Странно. Хрена тут. Месиво-то было. Ты по-любому жив. Так, еще есть кто? Есть. А я, похоже, еще и пошел туда, куда надо. Ну-ка, стена снеслась. Нет, стена не снеслась. Значит, действительно, все верно. Я пошел туда, куда и требовалось. Здравствуйте. Пожалуй, от вас мы как-нибудь избавиться попробуем. Это еще что за... Интересно, откуда он появился сзади? Этот... Еба! Господи, мне всегда так смешило, что они говорят. Такое чувство, что они всегда матерятся. И все орут одно и то же. Еба! Ну, е на ё поменяйте. В принципе... Будет многое понятно. Есть здесь кто? Ну, вообще просто прекрасно. Ибо сказано, что они стали подобны тем демонам, которые существуют во плоти, но в которых нет света. Это кто сейчас сказал? Так, F5, F6 сохранение. Нет у меня желания отключать. Я, в принципе, могу и проползти, а вот они нет. Поэтому сейчас будет весело. Дважды. Две половины зомби. Было двое зомби, стало четыре зомби. Жалко, что они не как червяки. Из половинки не развиваются. Вот оно как. Так, секунду, мне интересно аудио и, наверное, звук, что ли. Так, наверное, давайте все-таки на наушники переставим. 7.1-то это понятно, но ютубчик, я думаю... Ага. Все очень плохо. Класс. Я даже обратно теперь это поднять умудрился. Так, ну сзади никто не подойдет, это уже прекрасно. Блин, все-таки мне казалось, что можно как-то это... Ну, тут довольно просто. К сожалению. Отлично. Да, вас там целая банда. Давайте, кстати, действительно сложность что-то поднимем. То как-то... Поражающая способность оружия обычная. Вот давайте, наверное, вот так вот сделаем. На трудном я особо не хочу. Я просто только недавно заметил, что вообще сложность есть. Как-то я всегда пролистывал эту вкладочку. Она для меня не была такой интересной. Это что за хрень? А, это я вон по привычке, да, я совсем забыл.
Ну так экономичнее в любом случае. Так, всего 3 патрона. А так я не помню. Патронов 5, наверное, уходило. Слушайте, я вот не оттуда же, нет, я не оттуда. Достанут они пылью супротив ветра. Пусть ангел Божий преследует их. Ну, началось в колхозе утро. Отлично. Можно даже 2 патрона, но просто ждать придется. Так, сейф. Ага. Сейчас, я думаю, он в обнимочку и умрет с этой бочкой. Ну да, так и есть. Я не верю здешним зомби. У меня есть подозрение, что почти все они живые. Скажи, ёба. Еврейская тактика. Это что еще за хрень? Здравствуйте. Но кто это? Еще одна метущаяся душа? Я присмотрю за тобой. Хорошо. Я ничего не могу обещать. Спасибо. Присматривайте за мной. Э-э-э-э-э! Ты не добил, между прочим. Ой, здрасте. Ладно. Я явно что-то перепутал. Сейчас зажигалка будет. Забавно. Но они прошли явно мимо. Найс. Я, говорит, за тобой присмотрю, но больше ничего обещать не буду. И свалил нахрен. До свидания. Че это? То же самое, что ли? Хе-хе. Среди его стонов вроде как прослеживаются крики типа «О май гад» и так далее, но мне больше нравится «Еба!». А, то есть тут не надо крутить до упора. Оно само докрутится. Так, все встали, ребятки, все встали. Сейчас я вам веселуху включу. А еще мне иногда кажется, что он орет «Еба, больно!». Что-то же весьма забавно. А че вы не идете? Здравствуйте! Я тут за углом стою, вы ко мне не подойдете, да? Мне так нравится, как вы орете, когда горите. Жбеньк! Жбеньк! Окей. Вопросов больше не имею. Я вас понял. Ну, я чисто проверил. И как мне эту хрень отцепить? Очень интересно. Ну, здесь мне не пройти. Тут подняться... По идее, тоже не получится. Давайте сейчас огонь вырубим. И поглядим. А-а-а. Вот он, проход-то. А вот это, кстати, очень интересно. В том смысле, что, а каким образом они в его же здании находятся? Он же там вроде как всех расчищает налево-направо. Так, окей.
А у нас только автомат, да? А автомат, по-моему, использует нынче уже другие патроны. Нормально, хедкраб. Спасибо, конечно, за то, что двигаешь мебель. Но все же не стоило. Все? Чуть ни хрена не сломалось. Не помню, в какой-то версии Half-Life был такой прикол, что если ты начинаешь долбить обо что-то, то монтировка начинает просто неимоверно быстро хреначить. Я не помню, что это было. Может, бага какая-то, может, еще что-то. Хедкраб затих. Хедкраб, оказывается, не умирает. Хедкраб затихает. Ты же дохлый? Ну так, чисто проверить. Хотя, если, наверное, он не перевернется. Как черепашка. Не надо было вставать. Понятно. Не хотите, не пускайте. Я и так пройду. Замечательно. Так, хедкраб. О, это гадостные такие штуки прям. Мне никогда не нравились. А откуда вас так много, там интересно узнать. В общем, жопа еще та. А можно как-то отсюда еще бы выпрыгнуть по-быстрому? Я был бы очень доволен. Ой, по звуку мне очень не нравится та дверь. Прям пипецки не нравится. А, тут добавлены вот эти вот гнусы мелкие. Которых, помимо всего прочего, еще спавнит зомби, насколько я помню. И у них очень, очень странный укус по сравнению с обычными хедкрабами. Он травит. Причем травит, по-моему, чуть ли не до 1 хп, что ли. Но потом эти хп у нас начинают восстанавливаться. В общем, жуть жуткая. Неприятная хреновина. А сейчас с ней еще надо поосторожней. Ой-ой-ой, походу я... Здравствуй. Отлично, брат мой. Используй мои ловушки, но смотри, сам не попадись в них. Сзади! С какого сзади? Нужно быть бдительным. Хорошо. Уговорил. И свалил. Блин, я уже думал, сейчас у меня деревяхи лопнут подо мной. Но это единственный ход, который я видел. Ход конем. Конем ходи. Еба. Еба. Ну, бдыщ. О. Подопнул прям. Ой, как вас много-то. Так, насколько я помню, все-таки два патрона им достаточно. Ну куда, куда? Не допрыгнешь ты. Маленький еще. Все же я склоняюсь к тому же варианту, что пистолет на данный момент самое экономичное оружие. Но, к сожалению, даже он быстро заканчивается. Эба! Чё это? Извините. Ничего страшного. Рука сорвалась. Ух ты, какое! Чё-то у меня монтировка не алё, походу. Не, нормально. У одного голова настолько прочная, что она выдержала падение машины. Я тоже так хочу.
Ладно. Эба! Интересно, на чем эти двигатели работают? Ребята! Мясо! Живое мясо! Я вот помню этот уровень. Мне кажется, здесь как раз просто жутчайшие проблемы с оружием. Потому что здесь, собственно, никаких врагов-то и нету. Соответственно, вам приходится действительно использовать ловушки, которые нам этот пресвятой оставил. Я забыл, как его зовут. Ну, в общем-то, пользоваться ими. Так. И что вы мне предлагаете? Тут просто закутков как-то маловато. Вы мне предлагаете на машину залезть, что ли? А-а-а, она сама поднимается. Я думал, это я второй раз дергать должен ее. Да, все ок. А-а-а! Ничего-то не очень. Ох уж эти головоломки, знаете ли. Мама, да стой ты. Хрен на эту машину попадешь вообще. Я вот не знаю, туда вообще смысл есть? Там значок Half-Life нарисован. Это как бы вроде как знак. Так-то лучше. Но нет. Григорий, ты уже встречал мою паству. Ты где вообще? Григорий. Григорий, ты где? Так, ну нахрен. Григорий, ты меня напрягаешь. Григорий, это дичь какая-то. А, спасибо. Я, правда, ни черта не вижу. Ой, брат, прошу прощения. Да ничего страшного. Ничего страшного. Согласен. Мои пули — это цветочки для тебя. Как цветочки? Как цветочки? Конечно. Так, такой цветочек бы да в задницу. Я бы, наверное, не обрадовался. Ой, господи, еще один сектант. Ладно, ты хоть не уходишь теперь. Патрон мне экономишь. Не надо ко мне заходить. Григорий. Да, определенно. Я тоже так думал, что он истинно с мирными побуждениями шел ко мне и пытался убить. Ты абсолютно прав, отец Григорий. Так, ну что, ребятки, давайте на этом серию будем заканчивать. Постречали мы бешеного отца Григория. На этом, собственно, все. С вами был Вэч Совсин, это была игра Half-Life 2. Всем спасибо за просмотр и всем пока!